Всем привет! Сегодня у нас будет эксперимент. У меня сейчас накрашены ресницы. Кстати, меня зовут Лиля. Ресницы новые, тушью Oriflame термостойкой. То есть заявлено, что она не смывается холодной водой. То есть можно нырять, купаться в море, в реке, в бассейне. А она смывается только теплой водой. Ну, давайте попробуем. Я взяла брызгалку. Сейчас будем брызгать, как будто я попала под дождь. Так, вот я так попала под дождь. Что с ресницами? Смотрите. Они... Вот я их трогаю. Чуть-чуть они сошли капельку. На пальцах прям капельку. Может, это, кстати... А, это подводка, наверное. Это подводка накрашена. То есть, вот, в принципе, вот я нырнула и вынырнула. Все, они расправленные, пышные, хорошие реснички. Сейчас я буду теплой водой их смывать прям. Вот. Теперь я беру сильно теплую воду и вот ей буду молоться. Что получится? Так. Вот я беру реснички, смотрите. И они просто слазят вот так вот. То есть я их снимаю. Оп, и все. То есть, что мне понравилось, что они классные такие. То есть, они не размазываются. Я их просто сняла, смыла водичкой тепленькой и пошла. Вот такая крутая тушь. Мне нравится, рекомендую. Особенно круто тем, кто собирается на море поехать отдохнуть, искупаться, понырять. Это я скоро так буду экспериментировать. До связи, пока-пока.